с Юпитером, а вот полосы на Юпитере может удастся разглядеть. Так, все, остановил, отошел, жду, пока сползет Юпитер в кадр. Одесса тоже за деревьями, пока не вижу. Штатив переносить. Тут так одним дублем не дождемся. А, дубли еще разбиваются. Сейчас видно слишком большой объем информации с высокое качество съемки. В смысле. Очень тяжелый, в кавычках, файл получается. Его автоматика разбивает на несколько. Так что может и МКС получится уже в следующем дубле. Все, я там прозевал уже. У нас все ушло, да? 620 миллионов километров до Юпитера. Говорил, по-моему. Повторюсь, на всякий случай. Если дубль уже закончился, где? Так, как же его так удобнее поставить? Кстати, вот Юпитер на фоне деревьев. Движение на экране, не знаю, видно деревья. Как Юпитер приближается к деревьям, тоже интересно понаблюдать. 20 минут, так, все, можно уже направляться. Сейчас я отойду, гляну. Как бы он за посадкой не проникнет. Не вижу пока, не вижу, но увижу, покажу. Я не увижу, так до следующего раза. Так, Юпитер и редкое сочетание, когда все четыре спутника с одной стороны, тем более с левой, с правой я уже снимал, а с левой еще не видел. Подожди, вот это что ли? Я тут уже недавно один спутник принял за Сатурн, ой, за МКС, который оказался не МКС. Как бы второй раз не прокололся. Ну, проколемся, значит, проколемся. Это небо еще светлое. На таком светлом небе я, по-моему, еще не снимал. Полностью приблизить к Луне, конечно, не получится, потому что проносится этот товарищ просто с дичайшей скоростью. Вот, ты видал?
весь кадр шмагануло. Вот сейчас мимо этих звезд, не знаю, на экране видно эти звезды, он чутенько мимо этих звезд должен и пролететь, подождем маленько. Ага, вот это он. Если это, конечно, МКС опять же. И опять наш красавец просто на фоне зеленки. Оп. Так, сейчас будем перемещаться. Так, как-то встать, чтоб... Вон он, товарищи, я его вижу. Отпустите овчарочку. Как говорилось в миниатюре Жванецкого, я уже с ним разговаривал. Жужжание — это зум. Когда оно прекращается, то есть я останавливаю зумирование, чтобы в стационарном кадре наблюдать. О, какой там стационарный кадр, чё это вообще? Не пролетел, прошмыгнул просто. О, опять на фоне какой-то звезды. Ну, конечно, то, что я вижу в окуляр, на экране будет выглядеть иначе.